Всем привет-привет! Начинаем новый влог, и я хочу показать свои покупки из магазина Fix Price. Шла я туда изначально за вешалками и выбрала вот эти за 55 рублей. Здесь 6 штук. Сразу скажу, они достаточно тонкие, но я думаю, для летних вещей будет нормально. Набор тряпочек из микрофибры за 55 рублей. Очень приятная цена. Кстати, тряпки неплохие, я уже как-то их покупала. Зеркало за 77 рублей я взяла сразу два. Вот так вот оно выглядит. И здесь зеркальце двустороннее, но еще и увеличительное с одной стороны. Очень приятное оно мне таким показалось. Здесь прорезиненное основание. Носить с собой в сумочке будет классно. И две покупочки у меня, скажем так, продуктовые. Во-первых, вот такая приправа. Букет перцев беру уже не первый раз, очень мне нравится, здесь мельничка, прям здорово. И впервые я взяла вот такой вот мармелад, фитомармелад, облепиха и душица с облепиховым соком махеев. Ни разу еще не пробовала, и давайте откроем, посмотрим, что же за такой фитомармелад там внутри. Кстати, покрутила я баночку со всех сторон, но я нигде не нашла состава. Меня это, конечно, немножко поднапрягло, но вот так этот фитомармелад выглядит. Пахнет он облепихой и еще чем-то таким травянистым, довольно-таки терпким, но по вкусу пока не знаю, как-нибудь вам обязательно расскажу. Пробовали ли вы такой фитомармелад? Я, честно сказать, вот первый раз взяла просто ради интереса. Да, аромат, конечно, необычный. Только что забрала свой заказ с Фаберлик, и у меня тут товары для дома и кое-что для себя. Давайте вместе посмотрим. Как всегда, новенький каталог. Я, кстати, зарегистрирована в Фаберлик, и все товары покупаю с хорошей скидкой. Я беру только для себя, но получается очень-очень выгодно. Итак, заказала я вот такой половник. Это их новая серия для дома, Фаберлик Home. Очень, кстати, он приятный на ощупь. Ну, посмотрим, как он будет в деле. Но он, знаете, такой не твердый, а достаточно мягкий. Вот, я думаю, видно. Ну, посмотрим. Показался мне симпатичным. Взяла я вот такие освежители для воздуха на водной основе. Очень их люблю. Мне прям безумно нравится то, как они и освежают воздух, и приятный запах после них. Значит, смотрите, я взяла водный спрей «Свежесть фруктов». Также я взяла солнечный ананас и вот такие вот весенние цветы. Была акция по предыдущему каталогу, и там получается, если заказываешь два, то они были по 79 рублей, если я не ошибаюсь. Мне кажется, эта цена очень даже такая приемлемая. 250 миллилитров здесь объем. Так, не смогла пройти мимо гелей для душа. Сейчас лето, и гели для душа, конечно, ну, очень-очень нужны. Там несколько новиночек у них появилось, и также были скидки хорошие на вот эту серию Ботаника. Каждый гель для душа мне обошелся в 68 рублей. А я взяла Василек и Барбарис, это уход и релакс. Вот эта новиночка, зеленое яблоко и мята. И вот такую версию фиалка и мелисса антистресс я уже брала. Очень мне нравится аромат. Знаете, самые обычные гели для душа. Они вкусно пахнут, они неплохо очищают кожу, они не оставляют после себя какого-то чувства сухости или стянутости. Прекрасно очищают, прекрасно освежают. И мне кажется, за такую цену это прям вообще очень здорово. И я, кстати, иногда эти гели для душа использую и в качестве пены для ванны. Так, давайте смотреть дальше. Здесь мне дали кучу купончиков. Это купоны на скидку. Потом что-нибудь обязательно по ним я приобрету. Так, что еще заказала? Заказала я вот такой гель для интимной гигиены. Кстати, беру уже не в первый раз. Очень хороший. И что-то он, по-моему, 119 рублей, что ли, стоит. Здесь 200 миллилитров, но он очень экономичный. Его хватает прям действительно надолго. И он хорошо пенится. Очищает тоже хорошо. В общем, нареканий нет. Так, еще один купон. Здесь мой чек. Так, для себя что я взяла? Я взяла вот такие вот носочки.
Взяла, кстати, я первый раз, никогда не покупала. Это носки-невидимки женские. Выбрала я в черном цвете, и размер у меня 36-38. Там еще есть размер 39, по-моему, 41. У меня размер 37, мне должны они подойти. Вот у них раньше были такие наборы из трех пар, но разных цветов. Там были черные, беленькие и серые. Сейчас я уже не увидела этих наборов, и только вот получается в черном цвете, либо отдельно в сером цвете, либо отдельно в белом. Ну, взяла черненькие, посмотрим. Что еще я заказала? Я заказала себе вот такую пижамку. Я, кстати, в прошлом заказе брала из этой же серии кимоно, но вам я, по-моему, его так и не показала. Вот, и теперь я дозаказала вот такой атласный топ. Так, давайте сейчас тоже открою. Неудобно, конечно, одной рукой все это делать. И шортики, соответственно. Вот, у меня размер 44. Очень красивая здесь, посмотрите, какая окантовочка. Очень симпатичная. Так, здесь у нас лямочки. Все это дело должно регулироваться, насколько я помню. Да, все это регулируется. Очень здорово. Я взяла в черном цвете, хотя там есть и в розовом, и в изумрудном цвете очень красивый комплект. И в голубом, но вот я хотела в изумрудном, нет размеров. Разобрали все, а мне нужен был именно 44-й. Вот был только в черном варианте. Ну и, соответственно, шортики. Так, девчонки, сейчас я достану. Тоже хочу посмотреть. Смотрите, вот тут шортики. А здесь тоже идет вот такая окантовочка, очень симпатичная. Вот, смотрите. Здорово, правда? Мне очень нравится. И я кимоно, кстати, ношу из этой коллекции. Оно приятное к телу. И я думаю, что этот комплект тоже мне, ну вот, прям зайдет. Так, самое главное, что я заказывала, это была у нас сковородка, тоже из их новой коллекции, и крышка. Давайте сначала сковородку покажу. Есть такие сковородки в трех размерах и в трех цветах. У меня размер 24 и цвет олива. Есть авокадо и терракотовый. А мне понравился больше вот этот оттеночек. Вот, смотрите, красивый, правда? Не знаю пока, как будет эта сковородка в деле, но у девчонок я видела, кто заказывал, многие в Инстаграм показывали, что понравилось по качеству. Надеюсь, мне тоже понравится. Здесь антипригарное покрытие. Безопасно для здоровья, не вредит окружающей среде. Ну, посмотрим, потестируем. Пока ничего, конечно же, не могу сказать. И заказала я крышку. Крышка идет отдельно, но я могу сказать, что мне она, к сожалению, не подойдет. Для этой сковородки она как бы большевата. Так, сейчас я ее достану, чтобы не шуршать, и покажу. Вот, смотрите, для этой сковородки крышка явно большевата, хотя там было написано, что эта крышка, она вот с таким мягким краем, она подходит на размер 24, по-моему, там 20, 22, 24, если я не ошибаюсь, но да, она явно большая, а у меня плита газовая, и, конечно, вот это все дело не пойдет. Но ничего, я возьму эту крышечку под другую свою сковородку. Так-то по качеству она мне понравилась. Довольно-таки неплохая. И цена у нее была, по-моему, 500 с чем-то рублей. Ну, вот такая вот она. Хотя по качеству, да, по качеству она мне нравится. А вот такой вот у меня заказик получился. Я, в принципе, довольна. Сейчас буду все это дело разбирать. И да, ссылочку на регистрацию Faberlic я вам оставлю в инфобоксе, вдруг кто заинтересуется и тоже захочет заказывать товары с такой хорошей скидкой. А у меня пополнение. Вы только посмотрите, какая красивая орхидея. Мне ее подарили буквально на днях. Очень классная, так она мне нравится. Она еще стоит пока в горшочке, в том, в котором продавалась. Я ее пока, конечно, трогать не буду пересаживать, но так она мне нравится. И здесь, кстати, хотела вам показать, тоже пока не убирала этикетку,
Есть некоторые секреты, да, как ухаживать за орхидеей. Ну, я давно знала, что орхидеи любят полутень, они не любят прямых солнечных лучей, поливать их нужно один раз в неделю и нуждаются в подкормке один раз в месяц. Вот такая вот красота. Обожаю орхидеи, мне кажется, это самые красивые цветы. У нас сегодня дождик. Прохладно, и я этому безумно рада, потому что после той жары, которая у нас стояла, 30 с лишним градусов, это, конечно, ну, просто здорово, то, что наконец-то пошел дождь. Да, ну, конечно, красота нереальная. Вот прям иду мимо окна и всегда смотрю, всегда наслаждаюсь. И теперь у меня здесь будет стоять три цветка. Вот так. Делала сейчас фотографии для Инстаграм и решила показать вам свою новую сумочку. Вот сразу в таком красивом виде. У меня здесь реквизиты для фото, цветы. Вот летом, кстати, фотографии очень просто делать, потому что цветов куча, и цветы всегда смотрятся на фото нереально красиво. Ну ладно, отвлеклась. У меня сумочка кожаная, она сделана вручную, и она потрясающего качества. Сама сумочка достаточно небольшая, но для повседневки подойдет как нельзя. Кстати, я обычно с собой ношу только телефон, там ключи, паспорт, ну и карточки. Все это с легкостью сюда помещается. Вот, кстати, логотип, но я вам оставлю ссылку на этого мастера. Заказывала я через Инстаграм. У него есть классные аксессуары из натуральной кожи. Доставляют они по всей России. Я думаю, что вам обязательно там какая-нибудь модель приглянется. И вот такая сумочка. Внутри есть основное отделение и также есть кармашек. Очень удобно. И то, что мне еще понравилось, так это то, что здесь регулируется ручка по длине без каких-либо проблем и достаточно неплохая фурнитура. Прям очень-очень я и довольна и думаю, что она украсит несколько моих аутфитов и вообще каждый день на работу я буду прям ее с удовольствием таскать. А, кстати, на обратной стороне она сделана вот так. Очень удобная, вместительная модель. Ну, прям довольна. На фоне такого красивого букета из полевых цветов буду с вами прощаться. У нас уже поздний вечер. Я сейчас буду кушать ягодки, фрукты, смотреть новенький каталог и готовить следующий заказ. Большое спасибо, что посмотрели мой влог. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Будем с вами дружить, будем с вами снимать влоги, общаться. И до встречи. Всем пока-пока.